славного города стояла маленькая школа, где был дивный яблочный сад, в котором росла та яблоня. То была непростая яблоня, плоды на ней были волшебные. Что ни год, то яблочко появляется золотое, и школа растет и величает. А каждое яблочко дает вечную молодость, красоту и бессмертие. Поговаривали люди о жар-птице. Перья жар-птицы блистают серебром и золотом, а глаза светятся, как кристалл. В глубокую полночь прилетает она в сад и освещает его собою так ярко, как тысячи зажженных огней и ярких красок. Охраняет жар-птица ту яблоню и собирает те плоды, как символ каждого величайшего события, происходящего в нашей школе. Что такое 110 лет? Это много, друзья, или мало? Что такое 110 лет? Это век или вечность и миг? Завершение пути или новой дороги начало? Не понять, не узнать и не вычитать это из книг. Что такое 110 лет? Это годы труда и свершений. Это радость побед, это горечь, потерь и утрат. Это смена событий, времен, череда поколений. Это память, история, жизни особый уклад. Нашей школе 110 лет. Этой датой мы вправе гордиться. Нашей школе 110 лет. 110 с достоинством прожитых лет. В ней сложилось немало красивых и добрых традиций. Целый век позади, и опять наступает рассвет. Добрый вечер, уважаемые гости, дорогие наши учителя, ветераны педагогического труда. Сегодня у нас большой праздник. Мы отмечаем 110-летний юбилей нашей школы. Сердечно поздравляем всех присутствующих с этим знаменательным событием. Мы искренне благодарны вам за то, что вы пришли отметить вместе с нами эту значительную дату. Слово предоставляется директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы номер 6 города Челябинска имени Зои Космодемьянской Ахметовой Галине Анатольевне. Аплодисменты! Добрый день, уважаемые учащиеся школы. Именно вы являетесь достоянием данного учреждения. Добрый день, уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, золотой запас нашей страны, люди, которые прошли много исторических периодов. И именно благодаря вашему педагогическому труду мы достигли огромных высот в достижениях детей сегодняшнего времени, в достижении учащихся прошлых лет. Добрый день, выпускники школы номер 6. Сегодня вы вместе с нами, люди, которые не только прославляли школьные страницы данного учреждения, люди, которые заняли социально значимые посты, должности в судьбе нашего любимого города. И на сегодняшний день вы не остались вне школы. Многие из вас приходят в школу и помогают воспитывать подрастающее поколение. Добрый день, уважаемые гости! Социальные партнеры, друзья, которые сегодня вместе с нами. Именно с вами, вместе взявшись за руку, мы прославляем школу номер 6.
Мы достигаем новых высот. Мы справляемся с трудностями, которые встречаются на нашем пути. Мы радуемся вместе с вами тем достижениям, которые мы достигаем. Я всех вас поздравляю с прекраснейшим праздником, юбилеем. Это большая дата. Сегодня мы попытаемся перелистнуть страницы истории школы, которые были неизведаны. Но благодаря кропотливому труду учителей истории и той инициативной группе учащихся, которую они возглавляют, мы нашли новые данные в истории нашей школы, которые сегодня и хотели вам показать. Я говорю огромное спасибо многочисленной армии родителей, которые вместе со школой помогают нам в воспитании ребят, помогают во всех вопросах. Вы всегда вместе с нами. И то, что мы на сегодняшний день имеем, все, кто здесь присутствует, это, конечно же, наша с вами совместная заслуга. Я хочу пожелать вам в такую юбилейную дату терпения, внимания друг к другу, здоровья. И, конечно же, чтобы никогда не покидал вас праздник души, когда вы будете вспоминать школьные годы. С праздником вас! Спасибо, спасибо, Галина Анатольевна. С этим знаменательным событием нас пришел поздравить совместный проект Дворца пионеров школьников и Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов, ансамбль «Молодежь Отечества», художественный руководитель, отличник просвещения Молчанова Лидия Евгеньевна. Встречайте аплодисментами!
не обманет. Пусть любовь твоя, как песня эта, прилетит полна добра и света. Порадовали нас своим присутствием. Каждый из них пришел отдать дань уважения старейшей школе города Челябинска. 110-летие школы – это великая дата. Юбилей нашей школы совпадает еще с двумя значительными датами. Это юбилей нашего города, которому исполнилось 280 лет, а также 100 лет городской структуры управления образования города Челябинска. Мы приглашаем на сцену начальника отдела по обеспечению развития воспитательных систем и дополнительного образования Комитета по делам образования города Челябинска Кочура Ирину Леонидовну. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, ученики. Ученики, которым посчастливилось в год 110-летия родной школы присутствовать на этом мероприятии. Я смотрела с удовольствием первые кадры, которые еще не последние, и много сюрпризов нас всех ожидает в течение праздника. Но я хочу сказать, ребята, вот те, кто маленькие совсем, те, кто выпускники сегодня сидят в зале, поверьте, то, что сегодня вы проживаете в школе, оно такое же мощное, интересное и значительное не только в вашей жизни, но и в жизни всего города и всей страны. И я подумала, через какие-нибудь 50 лет и следующих 100, ученики, сидящие вслед за вами в этом зале, они будут с огромным интересом и любопытством смотреть на фотографии, на которых вы, те, кто делают историю школы сегодня. И именно поэтому я считаю, что этот праздник прежде всего ваш. Но он и ответственен для вас, этот день, потому что то, как вы проживете эти годы, 11 лет в школе, потом став взрослыми помощниками становления дальнейших дней и дальнейшей судьбы вашей любимой школы, вот то, как вы это спланируете и сделаете вместе со своими добрыми, умными учителями, со своими мудрыми, терпеливыми и заботливыми родителями, вот такой и будет следующие 100 лет школы. Поэтому помните, ваша учеба, ваши интересы и ваши мечты – это то, что делает историю школы. Уважаемые мои коллеги-педагоги, педагоги 6-й школы, я вас очень люблю, и люблю не только профессионально, но и лично. Наверное, не очень часто бывает, когда мы дружим не просто с отдельным человеком, а дружим с целым коллективом. И я надеюсь, что так же, как и я, вы меня считаете своим другом. Я вас поздравляю с этим днем, Галина Анатольевна. Вы мудрый, очень интересный руководитель. И женщинам неприлично, наверное, так говорить и неуместно, но вы красивая женщина. Красивая во всех смыслах, потому что вы педагог, который, наверное, родился педагогом. И я знаю ваше отношение трепетное, и, наверное, если бы не оно,
может быть, не так отмечала бы школа эти 110 лет. И я знаю, что именно вы внесли значимые вехи и сделали своими интересными идеями наполненной содержательной жизнь своих и подчиненных, и своих друзей, и своих коллег, потому что я знаю, что ваш коллектив очень дружный. Позвольте мне от имени председателя комитета по делам образования и всех моих коллег городского комитета вручить этот букет. Мне кажется, он очень отражает сегодняшнее настроение и торжественное, и женственное, и красивое. Педагога женщины, педагога руководителя. Позвольте мне вручить вам благодарность за многолетний труд, высокое профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие системы образования города Челябинска. И с огромным удовольствием в архив музея я бы передала адрес поздравительный, потому что я знаю, что вы трепетно относитесь к всему тому, что там находится. Поэтому вас с праздником, вам дальнейших свершений, и мы будем дружить. А маленькая ремарка от меня лично. Вот когда говорят слово «граница» и говорят «рубежи Родины», вы знаете, для меня это шестая школа, потому что в ней есть пограничный столб, в ней есть музей пограничной славы, и у нее есть много замечательных верных друзей, которые помогают жить школе, жить городу и жить нашей стране, потому что выпускники разлетаются по всему миру. С праздником вас! Огромное спасибо, Ирина Леонидовна. Мы просим вас остаться для церемонии награждения. Ирина Леонидовна, мы просим остаться вас для церемонии награждения, Галина Анатольевна. Итак, мы начинаем церемонию награждения лучших работников нашей школы. Грамотой Министерства образования Челябинской области награждается Пелюгин Валерий Васильевич, учитель физической культуры. Шафир Екатерина Владиславовна, учитель истории и обществознания. Суворова Ирина Петровна, учитель информатики. Грамотой Комитета по делам образования города Челябинска награждаются Базикова Анастасия Сергеевна, учитель начальных классов. Ситникова Эльзина Галеевна, учитель иностранного языка. Краснова Надежда Васильевна, учитель физики. Малафеева Юлия Аркадьевна, учитель иностранного языка. Лукина Алена Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе. Суетова Ольга Юрьевна, учитель технологии. Рамченкова Елена Михайловна, педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности. Ершова Галина Николаевна, учитель химии. Васильченко Елена Анатольевна, почетный работник общего образования Российской Федерации, учитель русского языка и литературы. Гринаш Алла Сергеевна, почетный работник общего образования Российской Федерации, учитель начальных классов, обладатель гранта президента России в 2006 году. Бурными аплодисментами еще раз поздравим наших коллег с этой замечательной наградой. Ирина Леонидовна, Галина Анатольевна, просим вас встать в центр для фотографии на память. Аплодисменты не заканчиваются. Ирина Леонидовна, спасибо вам еще огромное раз. Огромное спасибо. Огромное спасибо за теплые можете слова. Можете занять ваши места в зале. А слово для поздравления мы предоставляем начальнику отдела структурного подразделения Калининского района Евсеевой Любовь Александровне. Ваши аплодисменты. Добрый день, друзья. Я хочу сказать прежде всего большое спасибо, что я сегодня оказалась на этом празднике. В зале столько красивых лиц, столько знакомых лиц. Ой, школа.
Чем интересна школа? Интересна школа прежде всего теми, кто живет в ней. Это педагоги, это сотрудники школы, это дети, которые населяют эту школу. А чем интересна школа номер 6? И когда называешь школу номер 6, сразу что? Кадетское движение, которому уже более 12 лет. Посмотрите, сколько красивых кадет сидит в зале. Это те, кто прославляют школу. Школа номер 6 – это спортивное достижение. Спортсмены всегда были славой этой школы. И, конечно же, это замечательные педагоги. Это те, кто вел школу вперед. Хочется назвать отдельных педагогов, потому что вот я с ними просто росла. Это первые в районе заслуженные учителя. Сидорова Мара Анатольевна и Гатаулина Галина Сергеевна. Спасибо им. Это такие творцы, они сегодня в зале. Я так рада, что они пришли на этот праздник. Это они были первооткрывателями во всем в начальной школе. Спасибо огромное. И район двигался вперед. Это и учителя-грантополучатели, и Мосина Галина Васильевна, и Гринаш Алла Сергеевна. Это и победа во всероссийском конкурсе «Сердце отдаю детям» Моисеева Светлана Александровна, которая работала в этой школе. Это и замечательные ветераны, которые сидят вот здесь, на втором и третьем ряду, которые начинали и которые продолжали то, что было начато когда-то давным-давно, а сейчас сегодняшние учителя продолжают начатое ветеранами труда. И я думаю, держат марку школы номер 6, и она растет. И, конечно же, правофланговая этой школы – это директор школы. Где она у нас? О школе судят по тому, кто ведет школу вперед. И я считаю, что Галина Анатольевна достойно руководит школой и ведет ее вперед к новым достижениям. И от всего сердца хочется пожелать школе дальнейшего процветания, замечательных учеников и славных учителей, которые любят детей, которые любят школу и никогда ее не предадут. Спасибо вам. Любовь Александровна, вы не уходите. Сейчас будете грамоты вручать. Любовь Александровна, мы просим вас остаться на сцене для церемонии награждения грамотой муниципального казенного учреждения Центр обеспечения деятельности образовательных организаций города Челябинска. Структурное подразделение по Калининскому району награждаются Косенко Вера Олеговна, учитель начальных классов. Руф Елена Владимировна, учитель начальных классов. Лебова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов. Боброва Ирина Васильевна, учитель начальных классов. Топчаева Елена Константиновна, учитель начальных классов. Удалов Дмитрий Николаевич, учитель технологии. Аюпова Серафима Ильинична, учитель начальных классов. Орлова Анастасия Анатольевна, учитель начальных классов. Спасибо вам, уважаемые коллеги, за ваш нелегкий труд. Встаем для фотографии. Любовь Александровна, мы просим вас встать в центр, да.
Еще раз аплодисменты Дмитрию Николаевичу. Удалов Дмитрий Николаевич, учитель технологии. Итак, фотография на память. Спасибо вам, уважаемые коллеги, Любовь Александровна. С творческим подарком на сцену приглашаются наши социальные партнеры. Студия современного танца «Пластилин» под руководством Хасанова Георгия Робертовича и Ирины Венеровны, Садыковой Диляры Хафисовны, Центр развития детей «Радуга», город Челябинск, руководитель центра «Старостиванская» Ольга Николаевна.
Центр «Радуга», дорогие друзья, ваши аплодисменты. Спасибо огромное за поздравления. Мы постигаем мир вокруг, ответы ищем на вопросы. Учитель наш, наш добрый друг, нам с ним всегда легко и просто. И пусть пройдет немало лет, как вдруг невидимые нити зажгут в нас яркий, добрый свет, что подарил нам наш учитель. Слово для поздравления предоставляется главе администрации Калининского района Колеснику Сергею Валерьевичу. Уважаемая Галина Анатольевна, дорогие друзья, искренне и сердечно от имени администрации Калининского района, от имени жителей района поздравляю педагогический коллектив сотрудников, ветеранов, родителей, учащихся школы номер 6. Не скрою, что для меня был, наверное, таким приятным, но немножко неожиданным факт, что на территории района сохранилась, динамично развивается, ставит новые задачи, имеет отличные результаты, старейшее образовательное учреждение, наверное, не только города Челябинска, но и Челябинской области. Я желаю всем здоровья, счастья, благополучия, душевного равновесия. Ну а школе развития, процветания новых горизонтов и новых побед. С праздником, с юбилеем! Огромное спасибо, Сергей Валерьевич. Мы просим вас остаться для церемонии награждения. Итак, грамотой администрации города Челябинска награждаются Богданов Григорий Юрьевич, учитель истории и обществознания. Поддержим Григория Юрьевича бурными аплодисментами. Благодарностью администрации города Челябинска награждается Кулыгина Ольга Петровна. Маркина Наталья Александровна, библиотекарь. Мардашова Татьяна Павловна, главный бухгалтер. Почетной грамотой администрации Калининского района награждаются Коновалова Юлия Александровна, бухгалтер. Щербакова Валентина Степановна, учитель музыки. Благодарностью администрации Калининского района награждаются Кириллова Оксана Владимировна, учитель русского языка и литературы. Шарипова Мария Фаритовна, учитель истории и обществознания. Огромное спасибо, дорогие друзья. Просим вас встать. Просим вас встать в центр. Фотография на память. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Просим вас занять ваши почетные места в зале. Нас спешат поздравить наши социальные партнеры, Центр развития творчества детей и юношества «Победа», город Челябинск, с хореографическим номером «Водный мир», руководители Евгений Игоревич и Оксана Дмитриевна Коноваловы, Александра Александровна Ивина, руководитель центра Кучурина Лола Амановна. Встречайте! Thank you.
You're so fine, I want you, mind, you're so delicious. I think about you all the time, you're so addictive. Don't you know what I can do to make you feel alright? Don't pretend I think you know I'm damn precious. And hell yeah, I'm a fucking princess. I can tell you like me too, and you know I'm right. She's like, so whatever, you can do so much better. I think we should get together now. Аплодисменты! Спасибо вам за ваш творческий подарок! Ста десятилетний юбилей школы – это очень важная дата. Она говорит о том, что пройден путь длиною больше века. Вложен огромный труд нескольких поколений учителей. Вышли из стен школы тысячи выпускников. Для всех них школа стала частью жизни. Частью жизни нашей школы стали замечательные люди, которых мы приглашаем на сцену. Иванцова Сергея Ивановича, помощника депутата законодательного собрания Челябинской области, Чернобровина Виктора Павловича, председателя Совета депутатов Калининского района города Челябинска, Глухову Евгению Владимировну. Добрый день, дорогие именинники. Я приветствую всех в этом зале. Я приветствую, конечно, командира. Я вот тут спрашивала, то ли взвода, то ли полка, мне сказали. Командира полка Галину Анатольевну. Но хочется и поприветствовать всех, кто связан с этой уникальной датой. Вот у кого в аттестате написано «шестая школа», у кого в трудовой написано «шестая школа», то, я думаю, не хватило бы этого зала, не хватило бы Лужников, не хватило бы площади Революции, вообще не хватило бы самого длинного проспекта Победы, если всех пригласить сюда. И это очень достойная дата, чтобы сказать «С днем рождения, Великая шестая школа России! С праздником вас!» Каждый родитель, бабушка, дедушка, беря за руку
своего внука или ребенка, она всегда мечтает зайти в школу в первый раз, в первый класс, чтобы это была лучшая школа, чтобы это были самые добрые, классные руководители, чтобы выпускники были успешными, лучшими, востребованными. И когда вот это все совпадает, то опять же можно сказать, что ожидания притворились в жизнь. Значит, счастливые родители, успешные ученики. Хочется пожелать, чтобы это было еще 10 лет, чтобы 110, и для многих это шок, чтобы это звучало как обычно, 150, 200 лет. И следующий юбилей, конечно, был уже не здесь, но а хотя бы на арене «Трактор». Счастья, удачи, успехов! От лица Законодательного собрания Челябинской области, депутата Законодательного собрания Челябинской области Виктора Павловича Чернобровина, хотим выразить благодарность командиру полка Ахметовой Галине Анатольевне. Вы с ней как за каменной стеной. Вообще 110 лет — это серьезная вещь, очень серьезная вещь, 110 лет. И я хочу вручить еще одну грамоту Рудницкой Людмиле Николаевне за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в связи с празднованием 110-летия. Спасибо. Мы просим вас остаться для церемонии награждения. И грамотой городской думы награждаются Бахтина Ольга Александровна, заместитель директора по учебной части. Благодарностью городской думы награждаются Добасевич Альбин Аполлинарьевич, руководитель структурного подразделения. Бахтина Анастасия Андреевна, учитель иностранного языка. Наша дорогая ведущая Маратканова Мария Игоревна, учитель иностранного языка, педагог-организатор. Эти аплодисменты звучат в вашу честь, коллеги. По традиции мы просим вас встать для фото. Огромное спасибо, дорогие друзья. А вас снова... Депутаты помогали, помогают и будем помогать. Беру на себя ответственность, как уже 12 лет. Спасибо, родная школа. Для вас вновь студия современного танца «Пластилин», Центр развития детей «Радуга». Итак, встречайте номер «Книжный инцидент».